сорт томата Гном Сарандипити. Этот сорт относится к серии томатов Гном Дварф. Кусты отличаются мощным своим строением, крупная листва морщинистая, стволы у этого сорта мощные, и на нем очень много плодов. Плоды вот такие вот интересные, красные, с зелеными штрихами. Этот сорт относится к среднеспелым, можно даже сказать, раннеспелым сортам. 90-100 дней до сбора урожая проходит. Очень урожайный сорт. Вот такие одинаковые равномерные плоды. Они гладкие, плотные. Куст у этого растения высотой 60-80 сантиметров, раскидистый и требует подвязки. Некоторые такие сорта пасынкуют, некоторые нет, но я оставляю 3-4 стебля на растении. Сорт устойчив к различным заболеваниям, плоды плотные, поэтому не растрескиваются, все кругленькие, ровненькие, гладкие. Сейчас взвесим самый крупный из имеющихся томатов. Посмотрим, сколько он весит. Вот масса такого плода 86 грамм. Бывает чуть мельче, чуть крупнее. Сейчас посмотрим в разрезе. Вот такая вот темно-вишневая мякоть внутри, сочный, на разрезе сахаристая мякоть, искрится прямо. На вкус этот томат такой, можно сказать, хорошо сбалансированный, в меру сахара, в меру кислинки, очень вкусный двухкамерный томат, хорошо подходит для консервации, великолепно, нарядно смотрится в баночках. И также для употребления в свежем виде для салатов просто очень вкусный. Этот сорт и вообще сорта серии Гном мне нравится за свой небольшой рост, за мощные кусты и за обилие плодов на них. Выращивайте этот сорт у себя, попробуйте. Очень красивый, очень нарядный и очень вкусный.